дула всем бедрам посвящается. Дубль первый не получилось. Значит, в чем вопрос? Значит, самореализация. Как самореализоваться? Вот смотрите, все хотят найти себя, самореализоваться, как сказать, ну, в общем, получать моральное и материальное удовлетворение от своей деятельности. Но здесь ключевой вопрос такой, самореализация. Вот как это возможно? То есть можно ли самореализоваться самому по себе, вот одному? Ну, в принципе, смотря в каком виде деятельности, кстати. Если вы художник, ну, рисуете портреты, да? Вот смотри, можно самореализоваться. Если вы бизнесмен, то вам нужна уже клиенты, работники, как сказать, ну, работники, да, которые работают на вашей фирме. Вы можете самореализоваться как бизнесмен благодаря всем этим работающим компонентам. То есть работники делают свою работу, клиенты тоже делают свою функцию, исполняют, то есть покупают у вас. И вы можете реализоваться как бизнесмен. Вот. А в сетевом маркетинге тоже можно, как будто это под вопросом, также можно реализоваться, самореализоваться, создав группу. Группу партнеров. То есть создав группу партнеров. Вот в чем и вопрос. То есть почему такое, так сказать, неуспех существует в массах в маркетинге? Потому что трудно создать. Опять, может быть, и не трудно кому-то. Ну, ладно, для большинства, как есть все, это трудно создать. Но в чем и вся трудность или основное препятствие для самореализации через такой вот вид бизнеса, как сетевой маркетинг, может быть затруднен создать группу, и чтобы эта группа развивалась так же, чтобы каждый участник этой группы также мог самореализоваться и получать моральное, в первую очередь, и материальное вознаграждение от своей деятельности и, как сказать, дело по душе. Вот в предыдущем видео я говорил о деле по душе. Вот. Так вот, кому это может быть по душе? Сначала ищет человек дело по душе, потом он в нем самореализуется. Вот. Вот как бы у меня такая мысль была, я решил с тобой поделиться ей. И до встречи на Independence of the Sea, круизной линии Royal Caribbean. Всем билдерам посвящается.